Срочная и трагическая новость, дорогие наши друзья, пришла к нам сегодня рано утром. Наши источники шоу-бизнеса сообщают нам, что сегодня рано утром в собственной квартире в бессознательном состоянии был найден российский артист Михаил Ашуков. Утром к нему зашел друг, с которым они договорились пойти по делам. Друг не мог дозвониться ему, решил постучать в двери, но двери оказались открытыми. Он обнаружил Михаила Вашукова на земле в зале. Он уже понял, что он в бессознательном состоянии, после чего его друг вызвал скорую помощь, на которой Михаил Вашуков был доставлен в одну из больниц города. На данный момент сообщили уже друзьям и родным. Что конкретно случилось с Михаилом Вашуковым и почему он лежал на земле в бессознательном состоянии, пока неизвестно. Врачи оказывают ему всяческую медицинскую помощь. Надеемся, что он придет в себя, и нам все станет известно. Давайте, друзья, поддержим Михаила Вашукова. Будем надеяться, что наши медики ему помогут. Давайте подпишемся на YouTube-канал. Нажмем на колокольчик, чтобы завтра утром получить уведомление о том, что у нас на канале вышел свежий выпуск. Будьте с нами, друзья. Не забывайте о нас, а мы будем радовать вас свежими выпусками на нашем YouTube-канале.